Раньше в новоселье первыми в жилище попадали не сами жильцы, не гастарбайтеры, которые делали там ремонт, и даже не дизайнеры интерьеров. Первой в новую обитель запускали кошку. Где она уляжется, там и ставили кровать. Мы в 21 веке, и суеверия становятся все больше чем-то смешным. Ну, в самом деле, какая кровать? Любой современный человек знает, что там, где уляжется кошка, надо ставить телевизор. Всем привет, с вами Лана, и в этом видео от компании Allo я познакомлю вас с топовым Ultra HD телевизором от LG. Это 55UH750V. Его матрица IPS, но уже не Quantum, как во флагманской серии 950, а просто IPS. Нет, по сути это все та же матрица, и изображение она выдает не менее качественное. Разницу невооруженным глазом увидеть невозможно, разве что вы прям потомственный эксперт. Картинка яркая и живая, вне зависимости от того, какой контент вы решили смотреть. 4К разрешение обеспечивает высочайший уровень детализации, видна каждая, даже самая незначительная мелочь. Для того, чтобы хорошенько разглядеть все как следует, нужен большой экран. Он имеет диагональ в 55 дюймов, также в линейке присутствуют модели на 43, 49 и 65 дюймов. Как и львиная доля телевизоров LG в этом году, эта модель поддерживает HDR, что делает картинку реалистичной и сочной. Контрастность высоченная. Светлые элементы на темном фоне не имеют размытия и ореолов по краям. Технология Color Prime Pro расширяет цветовой диапазон даже тогда, когда вы смотрите обычный не HDR-контент. Благодаря ей видны самые тончайшие оттенки цветовой палитры. О качестве изображения можно рассуждать бесконечно, поэтому поговорим о звуке. 20 Вт звука вполне достаточно для подавляющего большинства помещений, конечно, если ваше помещение не самолетный ангар. Особенно если этот звук сертифицирован экспертами с мировым именем Harman Kardon. Громко, мощно, ярко, чисто. А как еще должен звучать по-настоящему современный телевизор? Конечно же, при выборе телевизора нужно обратить внимание и на дизайн. Тонкие рамки вокруг экрана практически незаметны. Дизайн Cinema Screen концентрирует ваше внимание на экране, а не на самом телевизоре. Металл корпуса говорит о том, что перед вами продукт благородный, а не ширпотреб. Две мощных ножки не только превосходно выглядят, но еще и гарантируют, что ваш телевизор не перевернется. Приобретать телевизор без смарт-платформы в 2016 году как минимум нелогично. Подавляющее большинство пользователей имеют доступ к высокоскоростному, безлимитному интернету. Подключайте к этому самому интернету телевизор при помощи встроенного модуля Wi-Fi и погружайтесь в безграничный мир операционной системы WebOS 3.0. Она даже удостоилась отдельного обзора, вот по этой ссылке его можно посмотреть. Портов и разъемов превеликое множество, их вполне хватит для всего вашего домашнего парка, подключаемой к телевизору техники. Современный телевизор таким и должен быть. Стильным внешне, с достойным изображением и звуком. Конечно же, он просто обязан быть умным, иначе просто никак. Самый яркий пример такого телевизора перед вами. Это LG 55UH750V. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.